Доброго времени суток, уважаемый подписчик. Сегодня я хочу познакомить тебя с сайтом проекта Quant Overledger. Это первая операционная система блокчейн, которая связывает мировые сети и способствует развитию многоцелевых приложений. Как мы видим в шапке сайта, вам предложены разделы, в которые вы можете зайти, если вас интересует тот или иной раздел. Это сделано для того, чтобы вам не искать на сайте. Далее представлены все социальные сети, в которых есть эта компания. Вы также можете зайти, там всегда располагаются новости, различная информация. Поэтому в социальных сетях регистрируйтесь и смотрите, что же выкладывает данная платформа. Далее на сайт нам предлагает посмотреть видео, которое называется «Что такое Overledger?». То есть там подробно описывается доступным языком. Я не буду сейчас вам открывать это видео, потому что после просмотра моего обзора вы перейдете по ссылкам в описании и сами все увидите. Далее вам предлагают различные варианты знакомства, документы, статьи и зарегистрироваться. Тут тоже все кликабельно, вы на все это можете перейти. Я переходить не буду по той же и причине, почему не буду показывать видео. Далее представлено наше видение, то есть то, что собирается сделать данная платформа. При наведении мышью вам более подробно описывают, что же именно означает эти несколько слов. Далее описывается проблема, которую собирается решить данная платформа. И, конечно же, решение, что же она будет делать. Опять описываются те же три основных, которые мы видели с вами ранее. Вот они. Вот это видение, которое они говорили. Вот оно и есть решение основной проблемы. Далее описываются преимущества платформы. Как видим, их 4 штуки. При наведении ничего не меняется, только цвета. Не знаю, что это сделано, но в принципе выглядит симпатично. Далее представлено очень хорошее изречение. Правда, Google переводчик нам его немножко некорректно перевел. Overledger – это еще не целая цепочка. Это то, что над. Это то, что сверху, над всем этим. Верхушка всех блокчейнов. Также нам предлагают скачать white paper. Далее нам располагается информация, почему же именно мы должны пользоваться именно этой платформой, чем же она хороша. Далее представлено 3 человека из команды, но можно перейти по ссылочке и посмотреть всю команду. Видео о команде я сделаю позже, и там опишу абсолютно всех, расскажу более подробно. Сейчас же я вас просто знакомлю с сайтом, показываю, что именно есть на сайте. Партнеры, как мы видим, что все партнеры также кликабельны, со временем подвинется и покажется новый партнер, и так вы можете сидеть и изучать всех партнеров. Далее также можете более подробно изучить различные статьи и аспекты данного и в конце подписаться, как я уже и говорил, подписаться на социальные сети, в которых будут новости, и просто дать свой e-mail, с помощью которого вам будут отсылать все новости. То есть, если у вас нет времени на социальные сети, но вы каждый день проверяете почту, то это для вас идеальный шанс взять, заполнить анкеточку и получать всю информацию. Тут, кстати, да, забыл отметить, нет спама. Да ё-моё, сейчас, пройдите секундочку. Вот, нет спама. То есть они будут ссылать вам только новости. Никакой рекламы, ничего, только новости. Ничего лишнего. Это очень-очень приятно.
И на этом сайт заканчивается. Тут очень много информации, но вся эта информация, в общем-то, есть и в других местах. Тут нам представлено, где располагается. На этом сайт заканчивается, а с ним и заканчивается мой обзор. Обзор сайта произведен. Далее я вам подробно опишу, что это за программа, почему я выбрал ее для обзора. Опишу вам все аспекты ее. Так что всего доброго. До новых встреч. Переходите по ссылкам в описании, если не хотите ждать мои обзоры. Я же с вами на этом прощаюсь.